Coucou. Коко. Я его только что встретил. Это мой новый дружок. А он, видно, боится. Он боится прыгать, видно. Мне кажется, ему высоко прыгать. Да не высоко, он просто боится, что сейчас кто-то еще прыгнет. Не, он боится, я тебе честно говорю, мне кажется, ему высоко прыгать. Вот смотри. Ой. Он тебе палец грызет? Не, не грызет так. Облизывает бананчик. Давай, смотри, вот он на дерево сейчас запрыгнет. Смотри, смотри, смотри. Не, ему дерево не интересно. Ему интересно. Ой. Ему рюкзачок интересен. Тебе интересен рюкзачок? Да хорош. А ты ж добренький. Он пушистый? Ого, очень приятно. Два всего. А погладить можно тебя? Просто погладить. Ты же хороший погладить. Погладить. А чё, я же тебя погладить хочу. Ты же добрый. О, у тебя нет кулёшки? Я сама достану, не надо. Ты ему половинку давай, ему. Подожди, я сама достану. Не... Не могу найти в кульке. Сейчас. Я с бананами. Снимаете? Да. She thought you have some bananas. Ну ничего нет, бананы закончились. Бананы закончились. Ну, не там, не там, там ценные вещи в рюкзаке. А он чуть-чуть за спиной тебя. Оп. Ну. Ты же не отпусти сумку только, а то он заберет. Это ж получается, они увидели, что...
качелька из лиан. Тоже с той стороны. Молоко? Посмотри, он молоко пробует. Или блошек вычищает. Чисто вычищает блошек. Yes. If you go build that that bridge. Huh? If you go build that bridge, you get some some mugging guys. Смотри, тут наелся уже и спит ребеночек. Посмотри на ту обезьянку. Лежит ребеночек, наелся и спит он у нее в руках. Видишь? Тарас. Видишь ребеночек? Теперь они поменялись, теперь другая начала у нее блошек искать. Смотри, вначале та искала, теперь это. Нет, еще больше проблем. Они едят блошек, да, потом? Угу. Когда найдут блошку, тогда едят. Что меня боялась? Обезьяны. Блошки, что не кушаешь? Ты закончил? Ну. Кушай не можешь. Не бойся, они вкусные. Иди мне блошек ищет. И что-то жует еще, главное. У меня ж нет блошек, а он жует что-то. Ой, мне уже тяжело стоять. Отойди сюда, подойди ближе так. Подойди. Не, они же там сидят. Не, подойди, он тот не сидит, второй, подойди. А еще? Спецзаказ. Очистка от блошек. Угу. Аж он что-то действительно там нашел. Я решил, бананы закончились, хоть ложками попитаюсь. Он мне ушко чистит. Вот обезьянка приняла Олю за свою. Мне уже шею почистила, ушко почистила и волоса все повыискивала. Приняла за свою. Теперь хочет к нам домой. Маленький, слева я смотрю, так маленький, приятно хочет запрыгнуть тоже, так помочь. Так потихоньку. Я боюсь, что если я буду идти, то она как-то прыгнет, чтобы она меня не поцарапала.
Смотри, это что у него? Асета. Это... И чего у него шкурка? От манги? Бананы закончились, начались орешки. Ты их по очереди кормишь? Ну, ты... Сейчас третий хочет еще запрыгнуть? Нет, ты, смотри, это забирает постоянно. Ты хочешь дать одно, а забирает другое? Ну, дай, дай, я ему дам. Я потом тебе дам. Хочу дать тому... Смотри. Ну, ты как с голодного острова. Другая не может получить. Ты меня сфотографировала так с двумя. Ты вот вообще наглость. У тебя есть? Расплатилась. Она забрала весь пакет? Ну там ты две оставалось. А, все, и та пошла за ней. Ты забрала эту опцию, скотина. Смотри, в лапе держит. Смотри. Она украла. Смотри. Она украла весь пакет. Сейчас пытается все это в рот запихнуть быстро, смотри, пока другие не пришли. Смотри. Это было для всех обезьянок, она забрала все сама. Смотри, как в рот запихивает. Маленькая обезьянка. Куда? Все, уже не друг. Был же друг только что. Грабители.